Примерно в час дня мы узнали, что отров сдали. Нам обещали эвакуацию. Примерно в 3 часа уже догадывались, и прошла уже такая информация, что остров пал, все мертвы, остров полностью перепахала артиллерия, авиация, то есть выживших нету. Дорогие граждане Украины, к вам сейчас обращается мертвец, который воскрес. Поэтому думайте сами, что, как, зачем, да почему. То, что нам многие года на протяжении 8 лет уже вешают лапшу, я в этом убедился. Когда нас похоронили, когда мы еще живы, дали посмертно награды, которые нафиг не нужны, то у меня просто других слов нету, как сказать, что наше правительство. Да чтобы не выражаться, просто нехорошие люди. Нас просто сдали. Просто сдали. Поддержки никакой. Обещали эвакуацию, и ее тоже не было. Хотя была возможность эвакуировать. Не надо верить украинским новостям, потому что там вот реально идет дезинформация. Может быть, не все, но процента так 70 идет дезинформация. Я надеюсь на то, что народ, который остался в здравом уме, они прекрасно поймут по последним данным, что и как. И все-таки соберутся и закончится эта война. Потому что она никому не нужна. Это война политиков. Если политики хотят, пускай идут воевать. А вот так вот в шахматы играть мирным населением. Мама, папа, братья, сестры. Машуня, девочка моя любимая. У меня все хорошо. Все замечательно. Я жив, здоров. В скором времени я буду дома.